Как это называется? Мост любви. Чем он интересен? Это, так сказать, архитектура такая, новая архитектура, такая европейская, смесь металла со стеклом. Эпохи Саакашвилевского возрождения, так сказать. Эпохи раннего Саакашвили. Да. Но пойдем пройдемся. Да, он где-то 6-7 лет как построен. Но это вот Сионская крепость, это Сионский монастырь, так сказать. Это здесь проходила вот по той улице, самая главная улица проходила, вот по той части Тбилиси, где маршировали солдаты генерала Тот-Левина, когда был подписан Георгиевский трактат, вот по этой вот улице. Это старая крепость, старый Алла. 7-8 век. Это и есть начало Тбилиси. Метехская церковь, он первый раз был отстроен в 6 веке, но он, церковь потом два раза перестраивался, из-за набегов его рушили. А вот там вот памятник основателю Тбилиси, Вахтангу IV, вот он по старой легенде охотился вот в этих краях, и он пустил этого сокола. Чтобы он охотился, и сокол вот перелетел сюда, на эту часть реки, и он сварился. Сокол не долетел обратно, он своих гончих пустил догонку. И они и дичь, и сокола нашли вместе сваренными. И вот тот Мейдан, я тебе еще дальше покажу, там, почему он называется Мейдан, и там визитная карточка старого Тбилиси, знаменитые серные турецкие бани, где мылись самый Пушкин, Лермонтов и очень многие знаменитые. И Ираклий Кения. Нет, ну это я. Там самый большой в Грузии собор Святой Троицы, который светится. Что означает слово «авлабарь»? Нет. Подняться с низины вверх. Авлабар. Да, вот потому вот дорога идет типа в гору. Угу. Вот это и есть историческая часть тоже Тбилиси. Авлабар называется вот это. Он в основном считался армянским кварталом Тбилиси. Как вот эта часть, допустим, считался мусульманским кварталом. Вот эта часть. Вот народ гуляет. И там фонтаны. Тут в основном туристы. Армения, Азербайджан. Они фактически, они же близко. Там, до Еревана от меня, допустим, 480 километров. До Баку 600 километров. Так что они бывают, что выходные, допустим, по субботу, воскресенье приезжают в Тбилиси, насладиться, там, погулять, как бы отдохнуть. Как бы новый театр тут строится. Будет новый такой. Тоже европейская архитектура, шедевр. Современный театр строится. Да, да, да. Вот. Это крепость царицы Дариджан. Вот. Жены Ираклия II. У нее своя резиденция была. Как бы он со своими фрейлинами и с монахинями жил здесь, так сказать. Потому что 72-летний Ираклий уже, как говорится, вместе со своими военными советниками, бедный, то в одном краю Грузии был, то в другом краю, чтобы как-то спасти Грузию. Вот это знаменитая телевизионная башня. Фуникулер. А там вот церковь светится. Видишь? Там похоронена мать Иосифа Виссарионовича. И многие знаменитые, там есть пантеон, где знаменитые политические и культурные деятели Грузии похоронены. И там же похоронен великий русский поэт Грибоедов вместе со своей супругой. Знаменитые танцующие фонтаны. Нет, это новшество, так сказать. Это к старому Тбилиси не относится. Но все равно красиво. Это мишинская эпоха. Немножко посмотрим за танцем фонтана.
продолжает вести репортаж. Это канатная дорога. Она тоже построена 3-4 года тому назад. Эта дорога поднимается на старую крепость Нарьяла. С парка любви, так сказать. Парк любви. Нас закрыли автоматически, чтобы мы не вздумали, да, не вздумали выпрыгнуть. И теперь резко набираем скорость. И взлетаем над ночным Тбилиси. Это площадь Европы называется. Там знаменитые часы. Такие вот сделаны. И вот то, что мы уже видим, теперь видим с канатной дороги. Вот это одно из святых мест в Тбилиси, вот маленькую церквушку видишь, да, вот да, здесь. Да, да. Там 100 тысяч великомучеников, арабы, обезглавили за один день на этом мосту, которые не наступили на икону еврейской Богоматери. Ни один человек из 100 тысяч не наступил. И говорит, кура 5 дней, говорит, была красной от крови. Вот на этом мосту вот людей поставили, поставили икону Богоматери и сказали, говорит, кто плюнет или наступит на икону, того, говорит, простим. Тогда Метехскую церковь сняли арабы с Метехской церкви башню, там сидел вот этот ихний, говорит, главарь. Это знаменитая Хлебная площадь внизу. Вот. Это... Самая главная армянская святыня здесь в Тбилиси, Сумгеорг называется. Сейчас ее плохо видно. Да, реставрируют, потому вот. Знаменитый такой смешанный вот этот квартал, который я тебе говорил, маленький Иерусалим. Это мы потом пешком уже досконально покажем. Вот там видишь, вот типа туннеля. Да, вот да, оттуда да. Сбежал Сталин. Вот. И прямо прыгнул в Куру и... Дал дёру, как говорится. Сколько стоит, скажи, сколько стоит одна поездка? Вот на этом... Вот. Один лари. Один лари. Вот это старая крепость Нарьяла, 7-8 век. Приехали? Да. Мы приехали. Выходим. А здесь народ уже ждет обратно. Да. Это площадь Свободы, мы там тоже побываем. А вот большое здание, которое светится, видишь? Вот это канцелярия президента. Там кабинет министров сидит. Вот. Там, что светится, это проспект, самый главный проспект Тбилиси, проспект Руставели. Там и есть дом правительства, но отсюда он плохо виден. Вот в настоящее время, по словам Ираклия, в Тбилиси проживает около 1,5 миллиона человек, состоявшийся мегаполис. Современный и старинный, исторический. 1670 лет Тбилиси. Это самая большая святыня. Церковь Святой Троицы. Собор, то есть, Святой Троицы. У него высота где-то 32-35 метров. Это творение скульптора Берзанишвили. Да. У этой женщины в одной в правой руке сабля, а в левой руке пьяла с вином. Что является олицетворением, кто с нами с мечом придет, мы мечом встретим, а гости с пьялой вином. Вот этот знаменитый вот тот проспект Руставели. Самый главный. Да. Памятник Святому Георгию. Он самый почитаемый у нас в Грузии. Святой Георгий. А раньше был проспект Ленина? Проспект Ленина. На месте вот этого памятника стоял памятник Владимиру Ильичу. Ну, как и полагается. Да. 7-8 век. Да, нашей эры. Правда, потом он два раза перестраивался, крепость, исходя из набегов. Тут целых 400 или 500 лет турки правили, сидели в этой крепости, пока Давид строитель их потом, говорится, не выгнал. Турки сидели. Берег Куры и дома расположены. Старый, да, старый тоже квартал. Вот этот как раз и называется вот, Авлабар, вот эта территория. Вот оттуда.
Это самая старая мечеть в Закавказье. Она тоже пару раз перестраивалась, но по историческим данным, эта мечеть построена еще в конце 13 века. Здесь азербайджанский квартал, так сказать, мусульманский квартал Тбилиси, потому что этнические азербайджанцы здесь проживали в свое время. Ну и сейчас часть их осталась. Вот. Вот ковры вот так вот сушатся прямо. Не, это типа рекламы, понимаешь, здесь где закупают вот эти, а потом на этих арабах это перепродают. Чайханный ряд. Чай очень популярный в этом квартале. Кальяны, чай. Пойдем посмотрим сувениры. Покупать не будем, просто посмотрим. Не проблем. Музыка. Они уже закрыты. Всегда живые цветы у памятника Алиева. Тбилисская синагога. Тоже действующая, да? Конечно. Тоже действующая. Сейчас она сейчас закрыта уже? Ну, само собой. Вот, очень интересно. Это назывался кошерный ряд. Были все в магазине евреев, которые кошерным всем продавали, торговали. Мясо, вино, они же все. Поехали.